Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры 12 замков 3. Сегодня третья часть этой игры и последняя, по идее, да? Мы прошли сборы, подводное путешествие, космическое путешествие, и сегодня отправляемся... А куда мы отправляемся? Сейчас узнаем. Эй, шериф, помоги мне открыть эту клетку. Папа, ну зачем ты туда полез? А бандиты стреляли, вот я и спрятался. А, прикол, то есть он спрятался от бандитов, теперь дочке нужно его туда освобождать, да? Так, вот какие-то какашки лежат, или то камни, в общем, ладно. Так, а вот эти вот ящики почему-то не открываются. И ведро есть, интересно. Так, перекати поле, там вот ключик был. Ого, там бандит. Ух ты. А такой ключик можно открыть? Да, вот один замочек я уже снял. Ладно. Ого, можно взять кстати, все цветовые вот эти камни от тотема. Может их нужно положить как-то сюда? Нет, пока нет. Ладно, огонь. А можно залить его водой или для человека набрать нужно? А вот код какой-то, 6931. Может туда залезть? Нет. Привет, индеец. Забрали у него шарик. Капец. Так. Перекати поле нам. Ничего не дает. Ну ладно, здесь пазл вот видно в телеге в этой. Давайте его сложим. Знать бы, откуда вообще начинать. А, хотя бы приблизительно. А, это типа как пятнашки. Нет, не то. Блин. Как мне узнать, где вообще начало? Это я могу перемещать, да? То есть не факт, что это начало. О, как сложно. О, вот, походу все-таки нашел что-то. Вот еще кусочек. И где последний? Блин, я не понимаю. Может вот так все-таки? А может наоборот должно было быть вот как-то так, да? Точно. Все. Теперь я понял. Теперь меня не остановить. Ой, вот так. А этот кусочек здесь. А, серенький. Нет, не отсюда. А этот отсюда. Вот, отлично. Нет, точно не то, что мне нужно было. Так, мы выяснили, где лошадь. Вот, отлично. И осталось совсем немного. Хотя вот, наверное, я неправильно их поставил. Видите? Нужно смещать. А это вот сюда. Как это было? Не просто, слушайте, вообще. Капец. А здесь... О, класс, еще головоломки, да? Так, пистолет, ух ты. А пистолет нам нужен, чтобы победить бандита. Так, а что нам здесь нужно сделать? По цветам распределить, да? С белый, зеленый, красный. Так, белый, зеленый. Ага. Зеленый пока спрячу сюда. Красный. Так, зеленый, белый продвину. Красный. Так вот. Нет. Ну, а, вот чуть ниже. Супер, несложно было по сравнению с предыдущей частью. И здесь зеленый ключик, ну хоть что-то. Так, а здесь мы уже взяли, да? Так, индеец, может тебя чем-то обрадовать? Так, у нас там бочка какая-то вот. А, вот, получается, нам нужно набрать воды. Как ее набрать? Вот, поставили. Все полное. Можно закрутить? Да, чтобы вода не переводилась. Так, а что вот это вот? Может пострелять нужно, слушайте. Еще можно, да? О, класс. Больше ничего туда не вылетит. Нет? Ха-ха, класс. Так, а если посильнее раскрутить? Эту ветряную мельницу. Класс, розовый ключ выпал. Так, можешь останавливаться. Вот еще один код, 400.
71. А может тоже пострелять в него? Нет, нельзя. Ой-ой-ой. Вылазь, бандит. А, он сверху. Тю. Все, я в него упал, получается, и получил ключ. Нам с ним воевать особо не надо. О, видите, тут все можно стрелять. Так, давайте ключи потратим. Я уже нашел второй, третий, четвертый. А, вот, наверное, разноцветный нужно какой-то слепить. Так, пятый. А как слепить? Может, всех соединить? Нет, формочка, наверное, какая-то нужна. Да, это какой-то пазл. Стоп. А, нужно что-то с него собрать. Но пока что собрать я не знаю. Так. А, можно... А, подождите, может нужно определенной последовательности поставить? Смотрите, снизу розовый, потом синий, потом зеленый и оранжевый. И вот выпал разноцветный ключ, точно. А то забрали и забрали. Так, уже ближе, но все равно еще далеко. Давайте потушим костер, получим ключ, да? Еще один. Отлично. Осталось раз, два, три, четыре, пять, наверное. Так, вот тут пароль 6931. Для чего он? Я вот тут вообще почему-то не знаю. А, стоп, может тут можно что-то еще пострелять? Тебя нельзя стрельнуть? Кактус. Тоже нет. А в бочку. Так, серьезно, я уже почти ничего не могу больше сделать. А шарик для чего? Может, куда-то шарик использовать? Может, тоже воды набрать? Странно. А, вот пароль. У нас два пароля. 6931. Давайте попробуем. 6931. Сработал. С одним замком меньше. Осталось не так много. А, вот может тут колесо какое-то нужно. Я не знаю. Еще одно. Почему оно здесь лежит? Вот. 471. Я не представляю. Нужно где-то вот что-то с палаткой решить. А, то у нас же еще ключ есть. Блин, а почему я его не использую? Слушайте. Я что-то вообще заснул. Так, как вот здесь мне что-то использовать? Может, нам нужно как-то надуть, я не знаю, шарик этот. Ой, блин, капец. Получается, это вот был еще один ключик. И остался вот последний. А, так это даже не ключ, это кодовый замок. Тю. Она же там был 571, по-моему, да? 471. 471. Вот, ура. Что? А, нет, нам же еще нужно вот это вот придумать. Но дело в том, что я не знаю, что здесь придумать. Где подсказка? Может, вот здесь как-то у этого индейца вот сверху 4, снизу потом 3, потом 2. А ну, может. Нет, это не так. Нет, не так. Может... А, их, слушайте, их, наверное, все просто нужно вместе соединить. Я понял, кажись. Только как? Непонятно. Может, просто вот как-то с одной линией, чтоб... Нет. Не вариант. Нужно где-то подсказку искать. Я просто не пойму. Или нужно все соединить. Вот типа так. Нет, нужно какое-то созвездие, я не знаю. А где? Подсказку дайте. Вот. Для чего нам пистолет оставили? Может еще покрутить? Может с нее еще что-то выпадет? Смотрите, как быстро. А, не хочет. Не-а. Не то пальто. Может, пострелять куда-то можно. А, там так и крутится.
Так, думай, думай, думай. Может, отдать им пистолет можно как-то? Нет, не хочет. На облачка я еще не нажимал. Может, где-то можно? А если без пистолета? Просто нажимать? Не понимаю. Вот где-то должна быть подсказка. Он обидел индейца, он теперь не хочет мне помогать. Пистолет нельзя положить в шатер этот, вигвам. Так, ну что же здесь нужно сделать? Я просто не представляю. Может как-то соединить их в разные фигуры, я не знаю. Почему красный? Теперь оранжевый, подождите. Почему он становится красным? Мне вот интересно. Не пойму. Вот хоть пей, не пойму. Получается, как? Нет, так. Может, нужно, чтобы все были соединены, точно. Все, абсолютно. Все, я понял, кажись. Смысл, да? Так. Ай, нет, блин, не туда повел. Вот, теперь мне нужно... Вот как-то... Не-а. Или да? Да, смотрите. Все. Вот оно. А, привет, папаня. Ха-ха-ха. Ура, снова на свободе. Ура! О нет, снова эти бандиты. Нужно срочно спрятаться. Но в этот раз я не стану запирать себя на 12 замков. Просто спрячусь за этими коробками. Ха-ха. Время игры 6:38. А, ну вот и все. Если ты еще не оценил игру, то обязательно сделай это. Только так мы поймем, что игра тебе понравилась. А, ну и оставайтесь с нами. А, я не проходил первую и вторую часть, обязательно это сделаю. А, но это будет уже в следующих наших выпусках. А на сегодня с вами прощаюсь. Вот, вторая, первая, обязательно скачаю. А до новых встреч, друзья. Пока-пока. Также не забудьте рассказать, какие у вас любимые игры, для того, чтобы я тоже смог их записать.